Мне кажется, просто еще нет осознания, потому что все равно ты еще в Казани, и ты постоянно сюда приходишь, и нет такого, что есть просто как бы пауза, отпуск и какого-то такого прощания, даже там для самой себя ты еще не признался, и пока не знаю, как это делать вообще, то есть... Мне кажется, волнение есть, потому что хотелось сделать для Казани чемпионским год каждый. И то же самое мне всегда хотелось там и все 5 лет в Уралочке. То есть как-то, мне кажется, большинство спортсменов максимальные максималисты. То есть в игровом плане, в эмоциональном. И побед хочется всегда, там, неважно, там, грубо говоря, там, достойно, можешь ты, там, не знаю, ты хромаешь, но ты все равно всегда хочешь побед. Вот, поэтому я шла сюда за кубками, достижениями. За эти 7 лет мы все равно оформили большое количество побед, еще больше красивых матчей, просто в регулярных чемпионатах. И я думаю, это было классно. Красиво. Мне всегда еще тоже очень нравится, потому что в Казани домашние победы, ну, вообще победы отмечают вот как раз этим фейерверком золотых блесточек, который иногда падает в регулярном сезоне, и ты вот всегда, когда летит эта золотинка, ты вспоминаешь, угу, был такое, типа, была вот та победа, и как раз радость к победе добавляет вот это празднование, вот этот антураж, который происходит всегда, который украшает победу домашнюю. 2016 год, он был такой вообще, там, переход из клуба в клуб, Олимпиада, как раз вот эти, и я думаю, там просто стиралось все, то есть, ну, вот что-то как бы из эмоций, ну, перехлестывало, и ты вот поэтому не все помнишь. Кубок ЕКВ очень хорошо помню. Да, мы, получается, очень уверенно выиграли дома, и нам нужно было, по-моему, в Италии выиграть только 2 партии. И мы выиграли 2 партии, как вот обычно на Еврокубках, это ты радуешься как раз после 2. Вот, они тоже раскисли, но мы там что-то как-то... Ну, мы не сразу 2 выиграли, то есть мы, по-моему, то ли в 4-й, 2-ю, и вот тоже эта радость вообще, какая 5-я, что там вот, вообще... Очень-очень помню, вот это ярко было, это было прям так уверенно, тем более итальянки, классно. Мне кажется, ты вот в момент, когда выигрываешь, ты не понимаешь, что это рост, то есть все равно ты как-то оцениваешь себя на протяжении там, какого-то времени, то есть, там, я не знаю, через год, через 2, что там сейчас, когда у тебя закончился вот такой период казанский, и ты такой, типа, ну вот так, вот здесь я вырос, здесь нет, то есть здесь я там что-то сделала хорошо, здесь нет, и, ну как бы что-то все равно на протяжении времени только можешь так судить. Я так рада, я так волновалась, что я приду, и будет такое уныние, что мы будем так вот прям ныть, а мы так такие классные моменты вспоминаем, красивые. Красиво. Но иногда тоже ты сам матч нормально посчитать не можешь, то есть, ну, ты понимаешь много, и для тебя, как правило, спортсмен все равно считает года, то есть, там, ну, все равно, и тоже я понимаю, что это первый, а может быть, последний клуб, в котором я играю 7 лет, это огромный срок, это... В свое время тоже там и Николай Васильевич говорил, что есть игроки, которые привыкли там каждый год менять клуб, и что это не всегда там, ну, возможно, ну, как, ну, он говорил, наверное, все равно, что это больше не в правильную сторону, потому что там все равно должна быть какая-то там преемственность поколений, то есть там традиции клубные, ты за год не всегда их можешь все раскрыть, там, распознать, принять, и... Ну, такое. Наверное, я на самом деле, ну, так, я горжусь своей карьерой, то есть, что все равно у меня был 5 лет в Хабаровске, 5 лет в Уралочке, 7 лет в Казани, все по нарастающей, и по количеству наград, клубов, там, задач. Я потому что тоже вот смотрю картинки, и как-то, ну, что, должен быть какое-то воспоминание, потому что в этом, ну, какой-то год был, там, типа, вот это получше, там, какой-то год было вот это феерично, то есть, но в каждом сезоне было что-то такое, что запоминалось и выделяло его из других.